1 сентября, в День знаний, в 169 школах Абхазии начались учебные занятия. В Калском районе сегодня во всех школах прошли торжественные линейки. В городских средних школах номер 1 и номер 2 прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Поздравить с началом учебного года в школу номер 1 города Гал пришел глава района Тимур Хохутович. Дорогие гальцы, дорогие дети, первоклашки наши, удачи вам во всем. Вы вступили сегодня в путь знаний. Пусть он будет для вас успешным. Быстро пролетит время, хотя вы этому не верите. Пройдет 11 лет, и, скорее всего, на этой площадке вы будете выпускаться. Я надеюсь, что те 10 класс и 11, которые здесь находятся, они будут следить за вами на школьной площадке, когда вы переходите улицу, беспокоиться за вас, подавать хороший пример. Сегодня у нас мирное небо над головой, благодаря тем, кто отдали жизнь за свободу Абхазии. Сегодня вы идете в первый класс в свободной стране, свободными гражданами. Счастья вам! Всего самого лучшего! А во вторую городскую школу глава города Гал Астамур Асланцы. Поздравляю всех с началом учебного года. Детям желаю успехов в учебе, родителям и учителям в особенности терпения и добрый путь. Администрация района дарит всем четырем классам первоклассникам билеты на представление в дельфинарии Пицунды. Надеемся, директор школы организует поездку, мы тоже поможем. Добрый путь всем! С поздравлением к учащимся обратились наши гости. От имени руководства Республики Абхазия с поздравлениями в адрес учеников и учителей выступил министр МЧС Республики Абхазия Лев Константинович Квициния. Добрый день, дорогие друзья, уважаемая администрация города Гал, учительский состав и дорогие родители. На самом деле сегодня эмоции переполняют, глаз радует, столько детишек, такой замечательный праздник. Я бы хотел от всей души поздравить вас с первым днем. Сегодня первые шаги, которые вы делаете, вашу большую дорогу. Вам желаю удачи, благополучия. Все мы с надеждой ждем будущее, завтрашний день. А завтрашний день – это в ваших руках. От всего, от руководства Абхазии, от кабинета министров еще раз поздравляю, желаю удачи, благополучия и больших знаний. Здоровья вам, удачи, спасибо. И еще раз позвольте от администрации города Гал здесь пригласительные билеты на Пицунское дельфинарию. Это все первоклассникам, А, Б, В класс. Значит, поездку организует МЧС Республики Абхазии с сопровождением. Так что добро пожаловать. Мы будем рады, если сделаем вам что-нибудь хотя бы приятное. С наилучшими пожеланиями в адрес учеников обратились зав. РОНО района и директора городских школ. Я хочу пожелать всем здоровья в первую очередь, хорошей учебы. Уже потихонечку входит в традицию пожелание равняться вам человека, которое, имя которого носит наша школа. Будьте добросовестными, учитесь прилежно. Мы желаем вам по окончанию нашей школы огромных успехов в дальнейшей учебе. Во благо нашей Родины, чтобы вы все выросли достойными сынами и дочерями Абхазии. Поздравляю вас с новым учебным годом, с 2016-17. Поздравляю вас всех с этим замечательным днем, с днем знания и мира. Желаю вам всем крепкого здоровья, успехов, удачи и всего-всего самого наилучшего. Оставайтесь всегда такими добрыми и красивыми, как сегодня. Всех благ! От всей души поздравляю всех с началом нового учебного года. Дай Бог, чтобы этот год был лучше, чем прошлый год. В нашей работе, в вашей учебе,
в успехах нашей школы, в обучении, в спорте, в культуре. Я убежден в том, что нынешние первоклассники, которые первый раз шагнули в нашу школу, будут теми гражданами, которые будут прославлять не только нашу школу, не только наш Кальский район, но и всю Республику Абхазию. И за ее пределами будут добиваться огромных успехов. Торжественные мероприятия, связанные с открытием нового учебного года, продолжили яркие музыкальные номера в исполнении учащихся городских школ. Коллектив ГАЛ-ТВ от всей души поздравляет всех учащихся, их родителей и весь педагогический коллектив с Днем Знаний и желает успешного учебного года.